Официальное начало оккупации российскими войсками территории Крыма 20 февраля 2014 года. Эта дата указана на наградной медали Министерства обороны России. 23 февраля в Симферополе прошел так называемый митинг против фашизма под российскими флагами. Экс-президент Украины Виктор Янукович к тому моменту уже сбежал из страны. Спикер Верховного Совета Крыма Владимир Константинов заявляет о возможном отсоединении Крыма. 26 февраля наблюдаются первые блокировки военных частей вооруженными людьми в форме без опознавательных знаков, которые представляются добровольцами. Они получили известность как «зеленые человечки». 27 февраля – дата захвата парламента Крыма. На следующий день – начало активного захвата войсковых частей Украины. 6 марта Совет Крыма голосует за проведение референдума о вступлении в состав России, и уже 16 марта 95,5% жителей Крыма голосуют за присоединение к России. На референдум местные власти не допускают международных наблюдателей. Страны Большой Семерки и Европарламент заявляют о непринятии результатов волеизъявления. И уже после подписания договора в Кремле 18 марта о вступлении Крыма в состав Российской Федерации Генассамблея ООН признает референдум незаконным, а США, Канада и Евросоюз вводят первый пакет санкций за аннексию Крыма. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. Во время военного захвата Крыма на полуострове, тогда еще украинском, работали наши корреспонденты Олег Болдырев и Ольга Ившина. Они вспоминают о своей встрече с вежливыми людьми, которые вовсе не были вежливыми. После поднятия российского флага над крымским парламентом, вежливые люди приступили к захвату аэропортов. Именно там состоялась их первая встреча с корреспондентами BBC. Мы сразу же поехали в аэропорт. И тогда впервые увидели вот этих самых знаменитых зеленых человечков, которые действительно практически молча, ни с кем не общаясь и без каких-либо опознавательных знаков патрулировали Симферопольский аэропорт. Сразу вспомнили совет о том, что смотреть надо на обувь, потому что в российской армии обувь качества разного, и те, кто в элитных частях, как правило, покупают свои берцы. Ну так вот, у тех, кто патрулировал Симферопольский аэропорт, в те дни обувь была очень хорошей. В общем, было понятно, что это представители российской армии. Единственный был вопрос, это Черноморский флот, то есть это морские подразделения морской пехоты, которые базируются в Крыму, что не нарушает соглашение между Россией и Украиной. Или это как бы расширенный контингент, это какие-то люди, которые прилетели из Москвы или, там, я не знаю, из Новороссийска, то есть с материковой части, которые прилетели из России и которые нарушают соглашение. В тот момент, вот в тот день, это было, конечно, непонятно. После аэропортов последовали операции по захвату основных баз украинской армии. Мы смогли проникнуть на одну из таких баз. Это была, по-моему, часть ПВО в Евпатории, куда вот эти самые зеленые человечки проникли на плечах одной из очень шумных патриотических демонстраций. Впереди шли местные жители, а потом под каким-то очень странным обоснованием об обеспечении безопасности и недопущении утечки оружия в массы, вот приходили эти войска. Я помню, что я снимал одного из солдат, у которого сзади все-таки осталась маленькая бирочка, там было написано «Ефр Петров». И я тогда придумал эту замечательную фразу «Ефрейтор Петров из страны, которая отрицает присутствие своих войск в Крыму». Все, что произошло с Крымом и с Украиной в целом, это очень имеет крупные системные последствия. Вот я перечислю, скажем, 5 основных, самых крупных обстоятельств, которые явились следствием этой преступной авантюры. Первое – это то, что разрушились все отношения России с ее ближайшими соседями. Самое яркое – это то, что происходит, например, с Казахстаном, когда он даже уходит от кириллицы, что происходит с Белоруссией. Испуг очень большой, и всякая там надежда на реинтеграцию какую-то экономическую, все это ушло, наверное, навсегда. Второе, что я бы сказал, это практически такое лобовое столкновение с Западом, которое привело к отрицательной репутации России по всем направлениям, во всех случаях теперь. Россия имеет даже не нулевую, а отрицательную репутацию. Невозможно быть частью, вот экономика, часть мировой, и одновременно воевать.
со всеми остальными частями. Теперь русский бизнес, российский бизнес с российскими корнями будут душить без всяких разговоров. Будут отыскивать всякие транзакции там, 10-летние, 15-летние давности. Никто не будет с Россией воевать. Он выбрал, они выбрали, Путин, Медведев, они выбрали медленное, но настойчивое и жесткое удушение. Но помимо санкций, есть же еще более серьезные вещи, которые неформальные. Знаете, когда правительство не рекомендует, вот оно так вот главам крупнейших там корпораций просто не рекомендует иметь дело. И все, и это действует еще больше, чем формальные санкции. Донбасс. Что такое Донбасс? Это тоже следствие все. Это криминальная война. Да? Современная реализация доктрины ограниченного суверенитета. Способ давления на Киев. Которая закончилась чем? Она закончилась страшными разрушениями. Миллионы людей лишились нормальных условий жизни. Ну, да, десятки тысяч погибли. Вот эта криминальная война – это то, что не забудется никогда. Ну и, наконец, из-за чего развалился СССР? Был накоплен такой объем лжи, что как только появилась возможность говорить то, что думаешь, и все взорвалось и рухнуло. И вот сейчас накапливается вот этот объем лжи примерно в таких же масштабах. Этот объем лжи будет страшной угрозой. Когда только подует ветер правды, когда только подует ветер правды, когда люди смогут открыто говорить так, чтобы их слышали десятки миллионов людей, одновременно причем. Вот. Структура государственная, вот эта мафиозная, она будет находиться на краю огромного кризиса. Но дело-то, главный вопрос-то в чем? Что будет после этого? Вот в чем главный вопрос. А что о событиях в новейшей истории Украины пишут украинские учебники? Об этом расскажет наша коллега из Киева Анна Черноус. Обновленных учебников по истории Украины еще нет, которые охватывали бы события последних лет. Но Министерство образования и науки Украины составило и разместило у себя на сайте дополнительный параграф для учебников по истории Украины, а также научно-методические материалы для учителей. Также информацию о последних событиях, которые охватывают аннексию Крыма, есть в подобных пособиях, справочниках для выпускников школ. Итак, о чем говорят эти книги, в частности, повода аннексии Крыма? Свержение режима Януковича означало, что Украина окончательно выходит из орбиты российского влияния, и Путин прибег к агрессии. Первой военной целью России стал Крымский полуостров. Все книги говорят о зеленых человечках российских военных без опознавательных знаков. Также говорится о решении Верховного Совета Крыма о проведении референдума и о том, как именно проходил референдум. Упоминается, конечно же, захват украинских военных объектов и объектов инфраструктуры. Многие книги упоминают о том, что подготовка к захвату велась уже до этого. И говорится о том, что Украина и международное сообщество не признали результатов референдума и аннексии Крыма. США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума, осудили действия России и ввели санкции касательно российского бизнеса и чиновников высшего звена. В сегодняшней повестке дня официального Берлина пятой годовщины перехода Крыма под контроль России нет, а газеты не выносят репортажи об этом на первые полосы. Немецкие СМИ на своих картах обычно обозначают Крым двойной штриховкой, а вот у немецких политиков сомнений нет. Полуостров был и остается частью Украины. Член комитета по обороне Бундестага Карл-Хайнц Брунер объясняет, почему Германия никогда не признает Крым российским. Аннексия Крыма не соответствует международному праву, она нарушает его. Российская Федерация совместно с США и Великобританией дали Украине гарантии в рамках Будапештского меморандума. Согласно этому международному договору, Украина отказалась от атомного оружия в обмен на гарантии неприкосновенности своих границ. Und gleichzeitig die Unverletzlichkeit der Grenzen des Staates zu garantieren.
По его словам, переход Крыма под контроль Москвы имеет далеко идущие последствия для мировой политики. Кто не хочет придерживаться международных договоров, а Будапештский меморандум лишь один пример, тот покушается на всю систему безопасности, которая базируется на двусторонних и многосторонних договорах. Эта многосторонность играет большую роль в системе безопасности, и так должно оставаться и в будущем. С ним соглашается и ведущий эксперт по России Германского общества по внешней политике. Это было бы слишком опасным прецедентом для других конфликтов, например, на Балканах. А еще, конечно, для всей западной системы, которая базируется на государственном суверенитете и нерушимости государственных границ. Это не просто неприемлемо, это опасно для других конфликтов. Накануне с аналогичным заявлением выступила верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. В ее заявлении говорится о том, что захват Крыма является прямым вызовом международной безопасности и имеет серьезные последствия для международного правопорядка. Евросоюз выделил ухудшение ситуации с правами человека в Крыму и подчеркнул свою приверженность территориальной целостности Украины. И тем не менее, тема Крыма не привлекает такого внимания в Германии, как, например, пару лет назад. Я бы сказал, что тема Украины и Крыма не лидирует в списке приоритетов немецкой политики. Можно даже говорить о деукраинизации, отсутствии желания связывать все темы с Украиной, потому что они слишком обширны. Но я бы не сказал, что Украина не важна. Штефан Майстер обратил внимание на то, что санкции по-прежнему поддерживаются немецким правительством, и Германия играет ключевую роль в переговорном процессе по Донбассу.